Компания Fiat представила новый компактный кроссовер под названием 600, который идеально сочетает в себе ретро-стиль и современные технологии. Пока дебютировала только полностью электрическая версия, но позже будут доступны и модификации с ДВС. Новинку позиционируют как старшего брата Fiat 500, и это видно с первого взгляда. Тем не менее, 600 и получил ряд новых решений. У него оригинальная передняя и задняя оптика, аркообразная крыша и ряд других новшеств. Также стоит отметить, что модель будет предлагаться только в ярких цветах кузова. Серые, черные и похожие оттенки для кроссовера не предусмотрены. Под капотом электрокара установлен один электромотор мощностью 156 лошадиных сил и батарея емкостью 54 кВт-часа, благодаря которой можно проехать примерно 400 км на одной зарядке. Продажи новинки начнутся уже осенью этого года по цене примерно от 36 тысяч евро. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!